Ого. It's nice to be back. That's a very nice surprise. Раз-раз. Не работа. Раз-раз. Спасибо. Очень приятно быть снова здесь. Прекрасный сюрприз. Yes. Yeah. You can put it higher. Good evening, everybody. There are no questions. Good. I was in at once. There was one satsang in Riga. Cesar сказал. During that satsang in Riga, Cesar said, что даже если нет вопросов и все хорошо, все равно надо выйти вот на этот стул. Even if there are no questions and everything is okay, still you have to come up here and sit here. Did I say that? Честно, я так сказала. If there is no question, когда нет вопросов, there's no need to sit on the chair. Нет смысла выходить и садиться на стул. I mean, it's no need to come to the stage. Я имею в виду, нет необходимости появляться на сцене. We can be together. Мы можем быть вместе. Without any question. Без вопросов. Without any questioner. И без всякого, кого бы то ни было, кто может иметь вопросы. See, it's no need to force or to push a question. То есть нет нужды выжимать, вытавливать из себя какой-то вопрос. You are not supposed to ask any questions. Нету такого, что ты должен задавать какой-то вопрос. This is not a classroom. Потому что здесь у нас не школа, это не урок. Тогда все. Спасибо. Then that's it. Okay. Привет, Сезе. For there to be a question. Для того, чтобы был вопрос. There must be a questioner. Должен быть спрашивающий. There is a doubt. Когда есть сомнение. Because apparently there is a doubter. Сомнение существует тогда, когда кажется, что есть кто-то, кто сомневается. If you really understand what is delivered here. Когда ты действительно истинно понимаешь, о чем здесь говорится. The question arises. Тогда возникает вопрос. Leave the question alone. И если вопрос возникает, оставь его в покое. Bring the attention back to the questioner. А внимание направь обратно на того, кто спрашивает. The question will disappear. И тогда вопрос исчезнет. And the questioner alone remains. И останется один спрашивающий. Он останется Wait. Один. Wait. Еще подожди. And you will see that the questioner also disappears. И ты увидишь, как спрашивающий точно так же исчезнет. And what remains is what? А что останется? See?
What can you say about that? Разве можно об этом, что остается, что-либо сказать? And who is going to say so? И будет ли там кто-то, кто сможет что-то сказать? Мне очень жаль, но я опять спрашивающий. I'm sorry, but I'm again a questioner. Oh, yeah. Okay. You think you are a questioner. Ты думаешь, что ты спрашивающий. And then you believe that thought. Думаешь, а потом веришь в эту мысль. That's all. И все. Слушай, мне иногда кажется, что я уже дома, а иногда мне кажется, я еще не дома. Sister, you know, sometimes it seems to me that I'm already at home, but at another times it seems to me that I'm not yet at home. This I cannot be neither at home nor away from home. Это я, но не может быть ни дома, ни вне дома. This I simply doesn't exist. Это я вообще не существует. Иногда мне. I don't know if you are listening. Я не знаю, вы меня слушаете? Почти. This I is. This I is an idea. Это я, это только идея. An I that is out of enlightened, an I that is going to get enlightened. Вот это я, которое якобы просветлено или сейчас не просветлено. That I that is out of the self, an I that is in the self. Я, которое высшим я, или я, которое еще не в я. An I that it is identity with the body. I am the body, and there is another I that says I am the awareness. И еще одно я, которое представляет собой отождествление с телом. Я это тело, а есть еще другое. Как бы есть другое я. Я это осознавание. Я не тело. See? I am the absolute. Или я абсолют. That is as an idea as I am the relative. Это точно такая же идея, как и сказать я относительная. That's it. И все. Question the questioner. Поставь под вопрос того, кто спрашивает. Look at it. Посмотри на него. See what is it. Посмотри, что он из себя представляет. And goes away. И он уйдет. И это уйдет. Realize that it never existed. Тебя осенит, что он вообще никогда не существовал. It was an idea all along. Это всю дорогу была только идея. People want to kill the ego. Люди очень хотят убить эго. To transcend the ego. Или они хотят выйти за пределы эго. How can you transcend something that is not even there? Как ты вообще можешь выйти за пределы чего-то, чего не существует? That's the whole point of the so-called self-inquiry. Именно в этом смысл так называемого самоисследования. Look for the mind. Поищи ум. And you find that it's just not there. И все, что ты обнаружишь, что его вообще нет. It's an idea. Это только идея. I am the body. Я это тело. That's all. И все. Это не больше, чем идея. It's identified thinking. Это только мысли или мышление, с которым произошло отождествление. I am doing, I am not doing. I am going, I am not going. I am good, bad, right. Oh, mamma mia. Это я делаю, я не делаю, я прихожу, я ухожу, я правильный, я неправильный и так далее. I am not enlightened, I am a yogi, I am this, I am that, I am enlightened. I am... All this is absolute nonsense, your thoughts. Я просветленный, я непросветленный, я йоги, я то, я сё. Все это на самом деле только мысли. Это ничего больше, чем мысли. Что можно спросить? Can I ask one more? You can ask any question. Можете задавать любой вопрос. Unless you decide to ask who is the questioner. До тех пор, пока вы не примете решение спросить себя, кто же спрашивает. Исчезнуть, пока не приму решение исчезнуть. Я говорю, пока не приму решение исчезнуть. Вопрос это. Okay, until I make this decision to disappear. You will not disappear. Ты не исчезнешь. How can you disappear? Как ты можешь исчезнуть? If you are not even there. Если тебя вообще нет. Тем более. And if you disappear, если ты исчезнешь, who is going to know that you disappear? Разве там останется кто-то, кто будет знать, что ты исчезла? What disappears is what you think you are. Что исчезнет, это то,
Что, как ты думаешь, ты являешься? What is appearing, то, что ты о себе думаешь. The idea that you have of yourself, the image that you yourself created. Исчезнет представление тебя, которое у тебя есть о себе самой, и идея, которую ты сама же создала о себе. Because consciousness is doing this funny paradoxical thing. Потому что это именно сознание и создает вот эту вот забавную парадоксальную штуку. Mm. It's like a puppeteer. Сознание, оно как кукловод. It creates a puppet. Оно создает куклы. And then take the things and play with the puppet. И вот так вот играется. I'm fascinated with the game of the puppet. И оно само очаровано, оно это само сознание захватывается игрой кукол. Start believing it's a puppet. И начинает верить, что оно это куклы. See? Identifies itself with the puppet. И отождествляется с куклами. Oh my God, I'm lost in the world. Ой, see? Господи, потерялась в мире. And then it suffers. И начинает страдать. Oh my God, I want my way out of suffering. Хочу перестать страдать. Я должен найти выход из страданий. It's just, see, and then it says, I am free. А потом оно же говорит, ой, я свободна. It was never bondage. Да, оно никогда и не было не свободно. It was all an idea all the way through. Can you see that? Всю дорогу это все были только идеи. See, the invisible. Невидимое. The invisible experiencing, let's call it like that. Невидимое то, что все проживает. Is identifying itself with a visible experience. Отождествляет себя с видимым переживаемым, с вот этими штуками и все. What to do? Ничего не поделаешь. It's just the way it is. Вот так вот происходит. It makes no sense whatsoever, I know. Ну, конечно, смысла в этом никакого нет. Я это знаю. But that's also a fact. Но это еще один факт. That also is. Это также имеет место быть. Of course, it's so simple. Так просто. It's so simple. Это очень просто. You don't need to read so much to do nothing, actually. Тебе не нужно так много читать или столько всего делать. Если честно, тебе вообще ничего не нужно делать. Let the thought come and go. Who cares? Пусть мысли приходят, уходят. Какая разница? Keep the attention on the thinker. А ты внимание удерживай на думающем. See? Thought will disappear. И мысли. That's all. И мысли будут исчезать. Thinker will also disappear. Думающий тоже будет исчезать. What remains is freedom. See, what is the problem now? Все, что остается тогда, life is still это свобода. As mad as it is. И смотри, где сейчас проблема? Жизнь за стеной, она остается такой же сумасшедшей, какой была. And yet you are happy. И но вместе с тем, несмотря на это, мы счастливы. Because you are not thinking about what happens. Почему? Потому что ты не думаешь сейчас о происходящем. It's just happening. Оно просто происходит. Or not happening. Или не происходит. What difference does it make? Какая разница? I already forgot my question. Exactly. Именно так. So how important is your question? Таким он был важным. How important is the matter? Вообще, вот все, что материально, насколько оно важно? Материя, насколько она существенна? And more important, for whom is so important? Но еще более важно или вызывает сомнение, если кто-то, для кого что-то такое важное. I don't have too much to tell you, honestly. Если честно, у меня не так уж много, о чем бы я мог вам рассказать. Only this. Вот это и все.
That's enough. Этого достаточно. I can only repeat this. Я могу только повториться. I have to, no. Ну, мне придется. Because you forget. Потому что вы забываете. Because the thought comes. Потому что приходит мысль. See, you leave alone the thinker. You leave alone. Ты оставляешь в покое того, кто думает. And then start running after the thought. Ты как бы теряешь из виду думающего и начинаешь гоняться за мыслями. And this thought is taking this body here and there to do this and that. Все эти мысли носят это тело туда-сюда, и оно занимается тем и этим. In search for peace. В поисках покоя. In search for what is already there, here, now. В поисках чего-то, что на самом деле уже есть здесь и сейчас. Which is your true nature? It's the essence of your existence. It is existence. А это твоя истинная суть. Это твоя настоящая природа. Это суть твоего существования. That which exists now is that which is conscious. То, что сейчас существует, это и есть то, что все осознает. That which is conscious of the body is consciousness. То, что осознает тело, и есть сознание. Not a person. Это не личность осознает тело. And its reality is peace. И реальность этого и есть покой. What else can I tell you? Я больше ничего не могу вам сказать. Cesar, все классно, но... Cesar, everything is cool, but... Когда приходится общаться с очередным работодателем и приходится напрягаться, что ему сказать, ответить, так бывает больно, и внутри какое-то зажатие происходит, и как будто тебя катком переехали. Такое состояние некомфортное. И вот как освободиться вот от этой зажатости, когда вот бывает, приходится... общаться с кем-то и вот такое происходит. You know, everything is cool, but still sometimes there are situations when I have to deal with some employer. Where is the situation now? А сейчас где все эти ситуации, когда тебе нужно с кем-то иметь дело? Now you're going away to the past again. Ты сейчас обратно отправляешься в прошлое. And if you don't go to the past, then you will go to the future. И если ты не будешь убегать в прошлое, ты убежишь в будущее. What is happening now? А сейчас что происходит? Where are you now? Где ты сейчас? Here. Здесь. Stay here. Оставайся здесь. You wait. Подожди. See? Вот видишь? As long as you start thinking, the whole beauty apparently melts away. Как только ты начинаешь думать, сразу же эта красота, как кажется, уходит. The whole joy, the whole peace, the whole love, the whole beauty goes away. Apparently goes away. Вся эта радость, вся красота, все спокойствие, сразу кажется, что оно смывается. I am not enlightened again. Опять я не просветленный. Все. Чтобы still это всегда было. That все to be there all the time. Is there all the time? Так это все всегда здесь. Is there all the time? Всегда здесь. It doesn't go anywhere. Никуда оно не уходит. Only thinks it goes somewhere. Это только думается, что оно куда-то уходит. It's an idea in consciousness. И это еще одна идея в сознании. Consciousness thinking is going, coming, doing, not doing. Oh, Jesus. Это сознание думает, что оно идет, что оно приходит, что оно думает, не думает, делает, не делает. Классно было бы, если бы не надо было бы напрягаться в очередной раз. Чтобы ответить что-то кому-то. Before there was a question about contraction, which comes during conversation, for example, with the employer. And now she says that it would be nice if such experience with contraction would never happen. Oh yeah, yes, yes.
Yes. And if my mother was a roller skate, I would be a skating board or something. Eh? Can you repeat, please? It would be nice to be a dolphin, you know? Ну да, конечно. Вот было бы здорово еще быть дельфином. But it's just not happening. А это как-то все не происходит. See? This is it. Вот оно, есть. And that's it. И все, ничего больше. This is what is happening. See? This is a, this то, is что a, есть, это и есть то, что происходит. This is a form of, we do try to exercise some form of control. You try to. Go on. Давай, come back. You want to control what happens. Всегда хочется контролировать происходящее. Even your emotions, you want to control it. Даже свои эмоции хочется контролировать. It's impossible. А это невозможно. It's impossible to control a thing. Просто невозможно, вообще ничего невозможно контролировать. Everything happens effortlessly. Все происходит само собой, без усилий. Spontaneously. Спонтанно. Including the ego. Включая эго. Including your efforts. Включая твои усилия или напряжение. Are happening effortlessly. Даже усилия или напряжение происходят сами по себе. I cannot even tell you that you can only be conscious of what happens. Я даже не могу вам сказать, что единственное, что возможно, это осознавать происходящее. Because you are always conscious of what is happening. Потому что ты и так всегда осознаешь происходящее. Because what is happening is not separate from consciousness. Потому что то, что происходит, оно не происходит отдельно от сознания. Even if nothing is happening, you are conscious that nothing is happening. Даже если ничего не происходит, все равно есть осознавание, что ничего не происходит. You can only disidentify yourself with what happens. Единственное, что возможно, это перестать отождествляться с происходящим. That's it, so simple. Вот, это оно и есть, так просто. That is surrender. Это и есть смириться или. It's not that you surrender to God. It's not God that you can possibly surrender to. Или предаться. Это не так, что речь идет не о том, чтобы предаться Богу, потому что вообще-то Бога нету никакого Бога, которому можно было предаться. You surrender your ego. Все, что ты отдаешь, это только эго. Your identity with the body. Свое отождествление с телом. This is what you surrender. You drop that. Вот что предается, вот что отдается, отбрасывается. Leave what you call yourself alone. Оставь в покое то, что ты называешь собою. Let it be as it is. Оставь его как есть. Пусть будет таким. Это мое я, пусть будет таким, какое оно есть. And your identity with it collapses. И тогда отождествление себя с этим моментально уничтожается. And then all the ideas that arose out or based upon that original idea melts away. This is the so-called process of purification. И вместе с этим все идеи, представления, которые были построены на базе этого отождествления с так называемым собой, все эти идеи, представления тоже будут потихоньку разрушаться. И вот это вот разрушение есть так называемое очищение. Or process of dissolution. Процесс очищения или процесс растворения. Which in many cases is quite terrifying. И как раз таки этот процесс в очень многих случаях такой неприятный, страшный.
Because all what you believe was yourself start collapsing in front of you. Потому что все, что как ты верил, являлось тобой, оно начинает всплывать перед тобою и уничтожаться. Because you think still, you still identify yourself with the process of dissolution. You think that you are getting dissolved, you are disappearing, you are going to die. See? И страшно, почему становится? Потому что ты все еще происходит отождествление с вот этим, что начинает всплывать на поверхности, оно всплывает, начинает рушиться, но из-за того, что ты долго верил, что это ты, тебе начинает казаться, что это ты уничтожаешься. You are just witnessing this collapse of the image that you have of yourself, the apocalypse of your ego. А на самом деле ты всего лишь остаешься свидетелем вот этого образа, картинки, которую ты называл собою. With all your beliefs and your ideas and вот это вот образ со всеми своими убеждениями, верованиями, идеями, представлениями. With all the jingle bells, all that goes melts away. Со всеми этими рождественскими песенками. И все это уходит. You will not jingle bells anymore. И больше не будет никаких рождественских колокольчиков. Sorry, did you say you don't need anymore? No, you will not jingle the bells anymore. Больше не будешь звонить ни в какие колокольчики. And you bored? Cool. And you bored of that? Неужели вам еще не надоели колокольчики? Again. Каждый год одно и то же. Surprise! Happy birthday! Oh yes, sure. Сюрприз, днем рождения. Ну да, сюрприз. Okay. That's it. И все. That is the meaning of holding on to the self. В этом заключается значение слов «держаться себя». Holding on to the I. It's the personal I. Держаться я. Вот это вот я — это личное я. Because you cannot look at yourself. Почему? Потому что ты не можешь посмотреть на самого себя. If you try to look at yourself, you will get spiritually cross-eyed. Потом, если ты будешь все-таки пытаться увидеть себя, то у тебя появится духовное косоглазие. See, try to see the awareness of it. Или когда ты пытаешься увидеть, осознать осознавание. Everything is okay, no? Все в порядке, да? Right. Okay, then. Number 72. Прекрасно. Тогда вопрос номер 72. Next in line. Следующий. 105. Fantastic, whatever. Next one. Ну, какая разница? Следующий. Если все едино, если все есть пустота. If everything is one, if everything is emptiness. Если все одно. Yeah, it's also an idea, also. Это еще одна идея. Это еще одно представление. See, there is a book, very famous book. Знаешь, есть одна такая книжка, очень известная. It's called, I think, it's called Ribhu Gita. Называется, по-моему, Рибху Гита. And then somebody wakes up. И вот там кто-то пробуждается, в кавычках пробуждается. And I start writing, you know? Пробудился и начал записывать. I am the ultimate reality. Я окончательная реальность. The non-dual self. Я то самое недуальное я. I alone exist. Существую только я.
If you alone exist. If you alone exist. Если ты вообще сам существуешь. Why are you making so much noise? Если ты вообще существуешь, тогда если ты один здесь есть, тогда зачем ты создаешь столько шума? And if you alone exist. Если есть только ты. To whom are you telling that? Кому ты собрался это рассказывать? To yourself. Самому себе. See how great I am, the absolute immortal. Какой я классный, абсолют. Это я. It's a fun experience. It's a big book like this. И там вот целая книжка очень толстая, там только об этом написано. And the book finishes. Знаете, чем книжка заканчивается? Because the writer gets tired, is he bored? Она, потому что в конце концов автор просто устал, ему надоело записывать. Of clapping to itself in the mirror. Надоело стоять перед зеркалом и хлопать самому себе. All is one. Все одно. Zero, only zero. Ноль, только ноль. Even that is noise. Даже это уже шум. When you are laughing like that. Когда ты вот так смеешься. What is the question about oneness and emptiness and all that? Возникают ли там вопросы о единстве, о том самом одном, о чем-либо? Your thoughts. Это только мысли. It is in fashion now. А сейчас очень модно. It's all this new Advaita guru and stuff. Все эти Advaita штучки, гуру Advaita и так далее. That you have to regain your identity with your awareness. Ты должен вернуть свое единство с осознаванием. You don't have to regain your identity with anything. Да не нужно тебе ничего возвращать. You have to lose any form of identification. Никакую тождественность. Наоборот, нужно потерять любую форму отождествления. See? You have to regain your identity with the formless. Тебе нужно вернуть свою тождественность с бесформенным. And then you develop a formless ego, an invisible ego, quite difficult to see. И тогда ты обретаешь такое бесформенное эго. Оно настолько бесформенно, что его даже трудно заметить. It's so difficult to see that not even you can see that it is there. Оно такое бесформенное, что ты сам не можешь заметить, что оно появилось. See? I am the formless. Я бесформенная. What are you going to do now with what you think you are not? А что ты теперь будешь делать с тем, чем, как ты думаешь, ты не являешься? This. С вот этим. See? What you realize is that between form and formless. Когда ты понимаешь, что между бесформенным и формой. Which is all consciousness. А на самом деле и то и другое это все одно сознание. Form, formless, the whole thing is consciousness. И бесформенная и форма, вся эта штука, все это одно сознание. Something emerges. Вот когда между вот этим нечто возникает. Guess who? Угадайте кто? I. Я. Me. Мне. And then that creates a sense of separation between this and that. И вот это нечто возникшее, оно и создает чувство разделенности между бесформенным и формой. This is the division which itself is the divider. И вот это вот разделение, именно оно разделение, кажущееся, оно это и есть то, что разделяет. Is the division there? А если на самом деле разделение? No. Нет. How can you put it together? Если разделения нет, то как можно соединить? How can we speak about oneness if there is not even duality? Как мы можем разговаривать о единстве, если нет, не существует даже двойственности? It is all a concept. Все это только концепции. Then why I don't feel you, I don't feel her. Why I don't feel you, I don't feel the translator. Why I don't feel you as my own self. Because the I is still there. Потому что я все еще там. If the I is not there, there will be no you to whom you can possibly feel. Когда этого я нет.
тогда не остается тебя, которая может что бы то ни было чувствовать. Why would you like to feel me? А зачем тебе хочется что-то чувствовать? Кого-то? What will you get out of that? Что ты от этого получишь? А как я убрать это? How to get rid of I? How to remove I? Look at it. Посмотри на я. Every time it arises. Каждый раз, как только я возникает. Look at it. Смотри на него. And goes away. И оно будет уходить. And you do that again and again and again and again every time it arises until it doesn't come back anymore. И вот так и делай каждый раз, когда это я опять появляется, до тех пор, пока оно не перестанет появляться. You do that. Be careful with that word. Делай так, это очень аккуратно относитесь к этому выражению. Это не делание, ничего не нужно делать. Imagine that 2012. Вот представь, что, ну, 2012. The world is gonna end. Мир скоро будет конец света. And you are very disturbed. И тебя это очень беспокоит. Okay. What is causing the disturbance? Хорошо, в чём причина беспокойства? An object. Объект. The world. Мир. Is going to be there forever or is going to disappear? Мир, который или всё-таки останется навечно, или всё-таки исчезнет. Then you remove attention from the object. Так вот, убери своё внимание с объекта. From the experience. С некого переживания или опыта. And then the attention goes to the experiencer. И внимание возвращается на того, кто испытывает. The object disappears. А объект исчезает. Not the world. Не мир. But the thought world. Исчезает мысль, мир. So the thought disappears. Исчезает мысль. And the thinker is there quiet. И мыслящий остается молчащим, тихим. And then you will realize that even then the thinker also will disappear. И тогда ты обнаружишь, ты осознаешь, что даже мыслящий исчез, что его нет. And that's freedom. И это и есть свобода. Liberation. Освобождение. Awakening. Пробуждение. Enlightenment. Просветление. Self-realization. Самореализация. Or any other word that you can use that means absolutely nothing at the end. И все остальное, что вы используете для обозначения этого, потому что неважно какое слово, все равно слова ничего не значат. Хорошо. Then we give a chance to someone else. Right. Тогда давайте дадим возможность кому-нибудь okay. еще. Okay. Okay. Thank you. No, no, no. That makes so much noise. Yes. Да. Ну, интеллектуальное понимание вроде бы есть. Хотелось бы прикоснуться на миг. It looks like there is already intellectual understanding, and but there is desire to touch that at least for a moment. Touch it. Прикоснуться. Ощутить. To feel, to experience. Okay. Хорошо. Look for the experiencer. Попробуй найти того, кто переживает, того, кто испытывает. Try to touch the experiencer. Попробуй прикоснуться к тому, кто все испытывает. And this is it. Вот и все. No big deal, no?
Не такая уж. Ничего такого, правда? Why are you so happy? Ты чего так радуешься? Чего такая know. Счастливая? You don't know. Не знаешь, да? Непонятно. See? It's not even funny. Даже нет ничего смешного. Why are you so happy? Почему такое счастье? Because it is your true nature. Потому что это и есть твоя истинная природа. What is the I? Где я? What is the mind? Где ум? Is it there? Есть или нет? Then? It cannot be simpler than that. Нет ничего проще, чем это. I don't know how to complicate it. Даже не знаю, как это можно усложнить. In a tantric way. In a jantric way. Даже не знаю, как это усложнить каким-то тантрическим способом или янтрическим способом. This is a radical thing. Это нечто очень радикальное. Boom, that's it. Бабах и все. That's it. Все. Next step. А следующий шаг. Happy times. Радостные времена. Your mind will start freaking out now. Когда ум начинает сходить с ума, беситься. More thoughts than before. Начинает посещать больше мыслей, чем до этого. More dreams than before. Еще больше снов. Mm-hmm. Everything is going out of control. Все выходит из-под контроля. Can't control anything. У тебя уже не получается, что бы то ни было, контролировать. Sometimes even physical discomfort. Иногда даже какие-то неприятные ощущения на физическом уровне. Because even the physical structure of the molecular structure of the body can get transformed. Потому что претерпевать изменения, трансформироваться может начать даже тело, даже физическая структура. You can even sleep now. Даже возможно ты перестанешь спать, у тебя уже не будет получаться заснуть. And in the morning you are not tired, but you want to sleep. И по утрам ты не будешь чувствовать себя уставшей, но будет такое: ну почему же я не сплю? Надо же поспать. Because you think that you sleep. Потому что, because you think, sorry? That you sleep. Потому что потому что были такие мысли, что это ты спал. You can't sleep. А вообще-то ты не можешь спать. You can't wake up. И ты не можешь проснуться. It's a manifestation that wakes up and it sleeps away. Это проявление может появиться, пробудиться или заснуть, уйти. Swinging moods. Смена настроений. Fear. Страх. No reason. Без причины. Sadness. Грусть. No reason. Без причины. Huh? And then you have to wait until all that stops. И тогда просто нужно подождать, пока все это исчерпает себя. It is quite unpleasant. Конечно, будет неприятно. But it's not a problem. Но это не будет представлять больше проблемы, все эти неприятные штуки. You can laugh about it. Ты даже будешь способна смеяться над ними. Oh my God, I'm terrified. Господи, мне так страшно. See? Or better to say, oh my God, there is a terrifying experience. А лучше даже так выразиться: Господи, такое ужасное переживание. Behind that. Потому что за всем этим
Pay attention to this. This is very important to understand. Вот сейчас внимательно обратите свое внимание. Вот эту штуку очень важно понимать. What you call positive emotions and negative emotions. То, что вы называете положительные эмоции и отрицательные эмоции. Are very much hallucinated. И то и другое очень полностью является плодом воображения, это галлюцинации. An idea is producing that experience. Любое такие переживания, они рождаются от идеи. An idea reaches the brain. И идея, она достигает мозга. Stimulates the brain. Стимулирует его, приводит в движение. And the brain sends a message through the spine. И мозг посылает сигналы в позвоночник. And a whole bunch of chemicals and hormones get released. И начинают высвобождаться все эти химические элементы, гормоны. And this is what you call positive emotions, negative emotions. И вот когда такое происходит, мы это называем положительные эмоции или отрицательные эмоции. It has nothing to do with direct perception of reality. И вот такое, оно на самом деле не имеет никакого отношения с непосредственным восприятием или ощущением действительности. Oh, this is so wonderful. Вот ты что-то, допустим, держишь и начинаешь, ой, какое красивое. And this thought produces an experience in the body. И вот эта мысль, какое красивое, и начинает порождать все такие разные ощущения в теле. And your body doesn't want that. А твое тело, оно даже не желает такого. The body doesn't want either your positive emotions or your negative emotions. Тело вообще не нуждается в твоих эмоциях, ни положительных, ни отрицательных. They hurt the body. Потому что эмоции, они причиняют боль телу. You can have a heart attack because I don't know. What do you like the most? Do you like sports? Сердечный приступ может произойти по разным причинам, но я не знаю, вот что вам больше нравится. Может быть, спорт, чтобы привести пример сейчас. I can have a heart attack because my soccer team won the World Cup. Допустим, может произойти сердечный приступ от факта того, что моя любимая футбольная команда выиграла Кубок чемпионов. Может быть так или этак. И это только мысли. When that is not there, когда этого это не имеет места быть, even there is peace in the body. Даже тело, все, что испытывает тело, это спокойствие. You may at times even don't feel the body. И временами ты даже не будешь чувствовать тело, ощущать его. Feelings are different. А вот чувства — это нечто другое. They have no reason. Чувства, они появляются без причины. There's no idea behind. За чувствами не стоит никакой идеи. It's very gentle. И они очень мягкие. It's not, I am happy because of. То есть, когда есть некое ощущение, допустим, я счастлив, то там дальше не идет. Я счастлив, потому что. I am happy, I am unhappy because of. Или я несчастлив, я грустный, потому что. Это потому что не, оно просто, его нет. Просто чувство. And this may take some time. Но на это, возможно, потребуется какое-то время. На то, чтобы полностью исчезло, растворилось мышление концептуального характера. Which comes accompanied with experiences in the body. И мышление такого рода обычно оно происходит в сопровождении с какими-то ощущениями в теле. The funny thing is that this is the only thing when you experience first the effect, then the cause. И самое забавное, что это единственный случай, когда ты сначала испытываешь следствие, а потом уже можешь увидеть причину. I am angry.
Допустим, я злюсь. What is anger? An experience. Я переживаю злость. Извините, что такое злость? Злость — это некое переживание, некий опыт. An object. То есть объект. Then either you leave it alone. И тогда ты или оставляешь злость как есть. And experience it fully. И испытываешь злость на полную катушку. Stay with it. То есть останься со злостью, побудь с нею. Instead of trying to get rid of it, try to keep it. Вместо того, чтобы избавиться от злости, попробуй как бы удержать ее. If you can't do that, если ты не можешь это сделать, then put the attention in the experiencer. Тогда внимание, просто переведи внимание на того, кто это воспринимает. And anger is still there. И злость будет оставаться. And you will see how what is causing the anger shows up, the idea. Но тогда ты сможешь увидеть то, что стало причиной злости. Это всегда какая-то идея, какое-то представление. Оно проявится. And with that idea you are identifying with. И именно с этой идеей и произошло отождествление. When you see that, и когда ты это замечаешь, that disappears. Оно исчезает. The idea disappears. Исчезает идея. It doesn't come back again. Или представление больше не появляется. And it takes away what is created in the body. И вместе с собой идея забирает то, что эта идея породила в теле, некое ощущение. And this will go on and on for some time. И вот так и будет происходить какое-то время. Until you are conceptually empty. До тех пор, пока ты не освободишься от всех концепций. Practical thinking goes on. Потому что мышление практического характера, но будет продолжаться. You can't stop thinking. Потому что невозможно перестать думать. Thinking just happens. Мысли, они просто происходят, мышление происходит. You can't control the mind. И ум невозможно контролировать. See? It's impossible. Это просто невозможно. No, there is a need to do so. И нет нужды контролировать, управлять умом. You cannot think before you think. Невозможно подумать то, что ты хочешь подумать. You know the thought when they are already out. Ты узнаешь о мыслях или о мысли тогда, когда она уже появилась. So whether your thoughts are conditioned or unconditional. Неважно, твои мысли обусловлены или не обусловлены. Functional or dysfunctional. Они являются какими-то полезными или не дисфункциональными, некорректными. You can't help it. Ты ничего не можешь сделать с мыслями. They are just going to the surface automatically, spontaneously, effortlessly. Появляются на поверхности сами по себе, спонтанно, без усилий. But if you remain as an observer, и если при этом ты будешь оставаться наблюдающим, then you will see this is conceptual thinking, identify thinking. Ты сможешь замечать, вот эта мысль, она возникла из обусловленности, из отождествления. And dysfunctional thinking. Или какая-то некорректная мысль. And this is practical thinking. А вот другая мысль, она практичная. Functional thinking. Она какая-то полезная. Это какая-то функциональная мысль. And this one slowly, slowly will disappear. И мысли вот этого рода, они потихоньку начнут приходить все меньше и меньше. Leaving alone the practical thinking. Но при этом мышление практического характера, оно остается. Which is going to be accompanied. Только оно останется. And this practical thinking will be accompanied with joy and happiness and love and I don't know, you call it whatever you like, peace. И мышление практического характера, такие мысли, они будут приходить и сопровождаться радостью, спокойствием, любовью и называйте как хотите все эти приятные ощущения. Then my mind is no longer myself. И тогда ум уже перестанет становиться мною. Because now mind appears as if it is a separate self, a separate, independent, autonomous entity. Потому что сейчас кажется, что ум — это некая отдельная личность, это нечто отдельное, независимо существующее. You are doing nothing for that to happen. И чтобы так происходило, ничего не нужно делать.
Then it's like you are an observer. Это как будто бы ты наблюдатель. When you find there is not even an observer. Excuse me. You will find that there is not even an observer. Но в конце концов ты обнаружишь, что даже нет никакого наблюдателя. There is only observation. Все, что есть, это наблюдение. And what happens is within the observation. И происходящее происходит внутри наблюдения. You find experiences are within the experiencing. Ты обнаружишь, что все опыты, переживания происходят внутри самого переживания, внутри процесса переживания. You will find that the experiencer, the experienced, and the act of experiencing is one single indivisible unit. Ты обнаружишь, что тот, кто переживает, все, что переживается, и процесс переживания всего — это одно единое целое. You can call it consciousness. Можно называть это сознанием. Can I ask a question? Ну, тогда как устроено, как работает эта реальность? Получается, однажды запущенное фильм, кино, продолжается, мы наблюдаем, а воздействовать мы можем на эту реальность? Вот все эти трансерфинги реальности и прочее, получается полная чушь, да? Потому что сам индивидуум — это мысль, реальность — это тоже... Then how does this reality works if there is this unit and then everything is like a cinema, it just goes on, then it means that we cannot influence, have any effect on reality, because there are some teachings like which say that there is me who can control reality, who can change reality, but it means that it's nonsense because there Absolute is no nonsense. Any me who can control. Even if it happens. Да, это действительно чушь, так нету. Смотри, даже если происходит, что... There is no individual self in charge of that. There is no individual self in charge of that. Даже если происходит изменение реальности, нет никакого индивидуального «я», которое это делает. Yeah. Imagine that I will put it in my personal case. Вот, ну, представь себе, я сейчас приведу личный пример. Five vertebras injured. Five vertebras in my spine. Есть какое-то повреждение там с пятью позвоночниками. Плохо. And then an idea arises. I have to do something about this. То есть какое-то что-то плохо там с моим позвоночником. Возникает мысль. Нужно что-то с этим делать. The idea arises. Возникает идея. Нужно что-то сделать. And the idea creates the solution. И идея порождает какое-то решение. And in this case, the idea brought a yoga teacher. И в данном случае эта идея See? Привлекла учителя йоги. And then yoga starts happening. И начала происходить йога. The quest, see? And spine gets better, health gets better, blah, 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 blah. Okay? И потихоньку позвоночник приходит в нормальное состояние, здоровье улучшается и так далее. Fantastic. Все хорошо. Okay, no problem. The question is. То есть все в порядке, но в чем вопрос? Yoga is happening. Йога имеет место быть. Is there any yogi? А есть ли какой-то йогин? No. Нет. Yogi is identity with yoga, with what happens. Йогин — это когда есть отождествление с йогой, с происходящим. That's me. Это я. I am doing yoga. Это я делаю йогу. Nothing. See? It can be the other way around. А может быть наоборот. The idea may be to the hell with the body, let it collapse if it wants. Может быть другая идея. Да к черту это тело, пусть себе там приходит в упадок, какая разница? Because health can be improved, no problem. Потому что здоровье можно улучшать. But you cannot improve yourself. Можно улучшать здоровье, но ты не можешь улучшать самого себя. Because there's no self that you can improve. Потому что нет никакого себя, которого можно улучшить. You want to have a perfect body? Go for it. Если ты мечтаешь обладать совершенным телом, пожалуйста, вперед. To make a lot of money? Go for it. No problem. You want to make a lot of money? Go for it. Если ты хочешь кучу денег, вперед. You want to acquire more knowledge? Go for it.
ты хочешь приобрести еще больше знаний вперед. More skills, go for it. Больше каких-то навыков, знаний, умений вперед. Skills can be improved. Можно улучшать навыки. Anything can be improved. Что угодно. Все. There is improvement. Можно улучшать что угодно, но дело в том, что может происходить улучшение, совершенствование. No one improving. Но нет никакого некто, кто бы там улучшался. One of the most beautiful things that I share talking with this, I think it's a great yoga teacher. She said, yoga gives you nothing, only keeps you going. Одно из моих самых любимых выражений, которые я услышала от одного учителя йоги, это то, когда он мне сказал: «Цезарь, йога, она тебе вообще совершенно ничего не дает. Все, что она делает, это она поддерживает твое тело на плаву». It's only for the body. Йога только для тела. And I said, of course. Я ответила: «Так, ну, конечно». It cannot be for the mind because the mind doesn't exist. Как же иначе? Йога не может происходить, существовать для тела, извините, для ума. Йога не для ума, потому что ум не существует. It cannot be for the formless experiencing because it doesn't need anything. И йога не может происходить ради некого этого переживания бесформенного, потому что это бесформенное, ему ничего не нужно. You can improve this building. Можно улучшить вот это здание. You cannot improve the space where the building exists. А пространство, в котором существует это здание, невозможно улучшить. What difference does it make to the space in the building if the place is nice looking or it is a complete mess? Пространству без разницы, как выглядит это здание, прекрасно и замечательно, или это здание в полной разрухе. А вот скажите, будущее уже существует, оно многовариантно, да? Could you tell me, please, future? Ну, как бы, все есть здесь и сейчас. Существует только настоящий момент. В настоящем моменте есть и прошлое, и будущее, все вместе. And there are many options in the future. Everything exists here and now. Future, there's no future. Будущего нет. Вообще нет. That's the problem with the future. Вот в этом-то проблема с будущим. That never happens. Потому что оно никогда не происходит. It's never there. Его никогда нет здесь. It's only this moment. Все, что есть здесь, это данный момент. The future will never happen. That's the problem with the future. Единственная проблема с будущим, что оно никогда не наступит. And the past you can't fix it. А проблема с прошлым, что его невозможно исправить. Then why don't you forget about both of them? Так почему бы тебе просто не забыть? И то, и о том, и о другом, и о прошлом, и о будущем. Even present is an idea. Даже настоящее — это идея. Because this moment doesn't say, "Hey, I am the present." Потому что данный момент он не говорит: «Эй, это я настоящий». Who is saying so? А кто так говорит? Me. Я. Then who is this me? Ну а что это за я? Кто этот я? Goes away. И оно улетучивается. So, there is neither past, nor future, present, nor future, nor this, nor that, nor fusion, confusion, nothing. И ничего не остается, ни будущего, ни прошлого, ни настоящего. That's it. Ни замешательства, ничего. И на этом все. This is it. A student asked to a teacher, after having a glimpse of awakening, what is next? Один ученик после того, как у него произошел проблеск пробуждения, спрашивает у учителя: а что дальше? I said nothing. Учитель отвечает: ничего. There's no next. Нет никакого дальше. This is it. Это все. This is it. Вот это оно и есть. This moment as it is all what you got. Вот этот момент, такой, какой он есть, это все, что есть. It is what you are. Ничего больше. То, что есть, это и есть ты. Actually, it's all there is, because there's no you. Даже это не ты, потому что нету тебя. Все, что есть, это есть. That's есть all. Только естьность, и все. Good, bad, I don't know. Какая она хорошая, плохая, я не знаю. Right, wrong, I don't know. Правильная, неправильная, acceptable, не знаю. Unacceptable, moral, immoral, I have no clue. Приемлемо, неприемлемо, понятия не имею. Нравственно, безнравственно. It is. Есть. That I know. Это я знаю.
Anything else, I have no idea. Я знаю, что есть то, что есть. И я больше ничего не знаю. Whether I like it or not, believe it or not, understand it or not, it still is as it is. Нравится мне то, что есть, не нравится. Верю я в него, не верю. То, что есть, остается таким, какое оно есть. Whatever I think about it, I come late. Чтобы я о настоящем не подумал, я опоздаю. Это будет уже поздно. It changes nothing. И мои мысли о том, что есть, ничего не меняет. Не меняет это самое, то, что есть. It doesn't matter what I think about my big nose and my huge ears. То есть неважно, что я могу думать по поводу своего большого носа и больших ушей. They are there. Они есть. Just as they are. Такие, какие есть. That's all. И все. Thank you. Yeah, of course. Great. Nice. Good. Don't pay attention. I don't even know why I'm laughing. So don't. Не обращайте на меня внимания. Я сам не знаю, от чего мне смешно. I'm not laughing at you. I'm laughing with you. Я не над вами смеюсь. Я с вами смеюсь. Or just laughing. Или сам по себе смеюсь. Yeah. So people sometimes feel offended. Потому что иногда я смеюсь, а люди обижаются. If you're happy, some people can get offended. Ну бывает такое. Тебе радостно, а некоторым обидно от этого. They can even ask you, what's wrong with you? Они обижаются, а потом спрашивают, что с тобой не так. I say, I don't know. Я, допустим, говорю, не знаю. Are you laughing with no reason? Ты что, без причины смеешься? You're crazy. Ты что, сумасшедший? That's very famous in Russia, no? В России это популярно очень. Мне в России рассказали. Those who laugh without reason, they are crazy. Смех без причины – признак. And I say that if you need a reason to be happy, you are crazy. Вот на самом деле, если тебе нужна причина для счастья, это ты. If you need something, someone с тобой что-то не так. To be okay. Then you have to check this out. Если тебе нужен некто или нечто, чтобы радоваться, чтобы быть счастливым, то это тебе стоит как бы задуматься, в чем проблема. Есть какое-то ощущение. Я не могу его выразить словами. Ну, какое-то есть ощущение ожидания и вот попросить о помощи. Вот уже больше вообще не знаю ничего. Some sensation now, and I cannot put it into words. It's kind of maybe it's like waiting for something, or maybe asking for help. It's but called, I cannot explain it. It is called seeking. Excuse me. Seeking. Это, извините, это называется поиск. Which is стремление. Suffering. И в этом страдание. Seeking itself is suffering. Само стремление – это страдание. Let it happen. Пусть сейчас будет. Don't try to stop it. Не пытайся это прекратить. Seeking is there. Вот есть некий поиск. Mm-hmm. See who is the seeker. А посмотри, кто ищет. Mm-hmm. I don't know. Mm-hmm.
If you identify yourself with the seeking, если ты отождествляешься с этим поиском, I am seeking. Получается, это я ищу, это я жду чего-то. That very thought, I am seeking. И сама эта мысль, я жду, я ищу. Is the seeker. Эта мысль и есть ищущий. See? Do nothing, leave it. Ничего с этим не делай, оставь это как есть. Yeah. Какое-то такое отчаяние просто. It was like a desperation. Yes, yes, yes. Да. You are desperate to get something that you don't know what is it. I cannot hear you. You are desperate to get something that you don't even know what is it. Это отчаяние. От того, что ты пытаешься получить что-то, что ты даже не знаешь, что это. And what you want is peace. Но то, чего ты хочешь, это покой. What everyone wants is peace. То, что хочет каждый, это покой. What everyone is looking for is peace. То, чего ищет каждый, это покой. Mm-hmm. So what everybody is looking for is to experience their true nature. Поэтому каждый, все стремятся испытать, пережить свою истинную природу. Imagine that. Have you ever seen a bride in peace the wedding day? I haven't. А вот вы когда-нибудь видели невесту в день свадьбы, которая бы не нервничала? Вот я, допустим, не видел. Mm-hmm. There is a stress. There is a. Were you in peace? Okay. I was not nervous. No? Very rare. Очень странно. Невесты не бывают. Okay, money, health, whatever. You are seeking for something. Ну неважно, вот это вот поиск или стремление, неважно к чему ты стремишься. Это хорошее здоровье, нормальное здоровье или деньги, что бы то ни было. And then you are not in peace until that something, that someone is experienced or gets experienced. Суть в том, что ты не можешь успокоиться. Что такое поиск или стремление? Это когда ты якобы не можешь успокоиться, пока ты не получишь вот это вот нечто. Или деньги, или здоровье, что бы там ни было. Сигарет. Там сигарету. Ну, где же сигарета? There is peace. It's a real experience. И наступает покой. Действительное переживание покоя. But you believe that you're in peace because you are smoking. Но что происходит? Ты думаешь, ты веришь, что покой, что спокойствие наступило, потому что ты покурила. You believe that you are in peace because you the smoke, the object is already in your body, and that is giving you peace. Ты думаешь, ты считаешь, что ты успокоилась, потому что вот уже вдыхаешь дым, он уже действует на твое тело, и вот все, успокоилось. You're in peace because you stop seeking. На самом деле, ты успокоилась, потому что перестала думать, перестала стремиться. And this peace is ever present. Но этот самый покой, он всегда есть. This peace, it is what is experienced in the body and the smoking in the body. Как раз этот самый покой и ощущает тело, и испытывает процесс курения. Can you see that? Видишь? And if you try to stop seeking, а если ты попытаешься перестать искать, that is also seeking. Это будет еще одно стремление. Стремление ни к чему не стремиться. It's another form of control. It is all about trying to control. Вот это будет еще одна некая форма контроля. И все сводится к тому, что ты пытаешься управлять чем-то. Поэтому и пришла. Как раз это и попробовала. Попробовала? Как раз это и попробовала. It's exactly what I have tried. Exactly. Even if you say, okay, I will not control anything. Да, правильно. Даже если ты скажешь себе, все, я не буду ничего контролировать. That's also a form of control. Но это еще одна форма контроля. Не буду контролировать. Because there is the I. Потому что там тоже есть я.
See who is either in control or not in control. See? Which is either in control or not in control. Потому что все так же остается это некое я, которое или контролирует, или совсем не контролирует. Stay there where you are. Побудь вот так, как есть. Body is an experience. Ощущается тело. Restlessness. Какое-то чувство беспокойства. Pleasantness. Pleasantness. Unpleasantness. Что-то неприятное. Thoughts. Мысли. Good, bad. Хорошие, плохие. Leave them alone. Оставь мысли, как есть. Leave everything alone. Пусть все будет таким, какое оно есть. And you will see that peace somehow apparently start. И ты заметишь, что этот покой начнет проявляться. Будет создаваться впечатление, что покой проявляется. Actually, suffering is not making you suffer. На самом деле, это даже не страдание заставляет тебя страдать. The fact that you want to get rid of suffering is what is creating the suffering. Страдание создается за счет того, что ты пытаешься избежать страдания. Что появляется, я не хочу страдать. This unconscious mental activity, which is... Появляется какая-то... присутствует... неосознанные мысли, которые создают мысленное напряжение. No, we want to control everything. We? We want to control everything. Нам хочется все контролировать. Nature. Природу. Wife. Жену. Children. Детей. I don't know. Не знаю, что там еще. Leave them alone. Оставь все как есть, and there в покое. And there is your peace. И вот тебе твой покой. See? Видишь? Is it there or not? Есть покой или нет? See, automatically when the mind stops, which is what is creating the contraction in the body. Without any effort, intention, automatically the release happens. Заметь этот момент, когда как только ум перестает работать, когда уходят эти мысли, автоматически происходит какое-то облегчение. In your legs. И все, когда это мысленное напряжение стихает, сразу наступает какое-то расслабление, даже в теле. Whatever is that energy stopped in the body. И как бы эта энергия, где бы она там не заблокировалась, не застряла в теле, она начинает течь свободно, где бы она не застряла. Because when you're afraid, it is here, you see. Потому что, допустим, если ты боишься, то энергия может ощущаться в коленках. Yeah. When you're angry, it is here, you know. А если ты злишься, то вот здесь. It's yours. Depression. Depression? Yeah. Или, допустим, депрессия может чувствоваться как тяжесть в голове. It's a mind game. И все это игры ума. When you see the mind game, а когда ты замечаешь эти игры ума, the game finishes. То игра прекращается. And then also the body comes back to its peacefulness. И тело точно так же возвращается в спокойное состояние. It works. Работает, да? It does work. Работает. Это действительно работает. Not doing works. Ничего не делать, это работает. Cessation of effort works. Excuse me. Cessation of efforts works. Когда ты прекращаешь напрягаться, прилагать усилия, это срабатывает. And then somehow some kind of a spontaneous movement just happens spontaneously. И вот тогда каким-то образом всякие разные свободные движения
происходят сами по себе. Very light, it's free. И возникает такое ощущение свободы, легкости. What is the tension on the staff now? А сейчас вот это чувство дискомфорта, где оно, или какое-то напряжение? Есть что-то в таком духе? Actually, there is nothing. Maybe there is something little bit in the body. What is the desperation now? А вот это вот отчаяние, о котором вы говорили, оно сейчас есть? No, there is no desperation. It was never there. Его никогда и не было. It only appeared to be there. Это только казалось, что было отчаяние. That's it. И все. And then happiness all by itself, you see? By itself, effortlessly. И вот тогда счастье, радость само по себе проявляется, показывается, без усилий, без напряжения. Forget about this body. Забудь о теле. If this body goes to the right, to the left, this and that. Позволь ему двигаться направо, налево. Leave it alone. Оставь его в покое, как есть. Вот такой вопрос, вот когда эмоции очень сильно захватывают, то вот я отмечаю, что никакое внимание, ничего вот переключать просто не работает. Это становится еще гораздо больше, как лавина какая-то. И остается просто вот, ну, пережить и все, а потом вообще. Sometimes it happens that emotions overwhelm me, and it's so huge, and it's such moment. It's impossible to turn attention to anywhere, and it's the only thing which is left then just to go through and to feel those powerful emotions as they are. But it's really impossible to do anything. It's nothing that can be done. А ты ничего не можешь делать с эмоциями. It's nothing that can or has to be done. Ничего нельзя с ними поделать и ничего не нужно с ними делать. But to suffer the suffering. Прострадай страдания и все. In peace. Но спокойно. А если ребенок затронут постоянно эти близкие в семье? Or my relatives and my emotions they influence, you know, my relatives. What to do? Ничего не поделаешь. You cannot take care of that. Ты не можешь иметь дело с тем, что переживают другие. That's interesting question. И твой вопрос действительно интересный. But if you really is this real observation? Смотри, когда имеет место действительно наблюдение, о котором идет речь. You can still deal with the challenge, family, friends, whatever it is. Тогда сохраняется, тогда появляется способность иметь дело с вызовом, с какими-то с родственниками, допустим, которые рядом. Without being conditioned by the emotion. Но тебя уже не затрагивает эмоция, которая бушует в тебе. So the emotion stays somehow here. То есть эмоция происходит, но каким-то образом вот тут остается. If I can see it here, когда я могу замечать и видеть эмоцию вот тут, I can deal with what happens, она вот здесь, но при этом я могу иметь дело с происходящим. I can be angry with you, то есть, допустим, я могу злиться на тебя, and yet I can talk calmly
with you. Но вместе с тем я сохраню способность спокойно с тобой общаться. Mm? You have a lover. У тебя любовник. I want to kill you. Хочу, я тебя I'm убью. So angry. Я так злюсь, я такой злой. Anna, hey, who is angry? Но и тут я начинаю, а кто злится? The who disappears. И этот некто исчезает. The anger is still there. А злость, сердитость, она продолжает происходить. Mm? And he said, okay. И я тогда говорю, ну ладно. I think we have to break up. I can't deal with that. Я думаю, нам стоит расстаться. Я, вот, я так считаю. So you go your way, I go my way. Finish. Давай, я пойду своей дорогой, ты пойдешь своей дорогой. I hope you found the right guy. Я надеюсь, что ты наконец-то нашла правильного мужчину. See? Того, кто тебе нужен. No hard feelings. И при этом не будет больных чувств. Не будет больно. No resentment. Не будет сопротивления. Пока-пока. Пока-пока. That's it. И все. And this experience. И этот опыт. Doesn't leave any imprint. Вот то, что так произошло в жизни, оно не оставит в тебе впечатления. See, you get rid of the conditioning. Когда ты избавляешься от обусловленности. And you don't add more to what is there. Также ты не приобретаешь новую обусловленность. Emotional, psychological conditioning. Я имею в виду эмоциональную или психологическую обусловленность. If you can see it when it emerges. И если ты сможешь замечать это тогда, когда оно только появляется, you're free. Это значит, что ты свободна. Stays in the body for some time. Оно будет происходить в теле какое-то время. It goes away after some time. Но все равно рано или поздно оно уйдет. And then you start burning out all these ideas. И вот так ты начнешь сжигать все эти идеи, представления. Mm. And when they are gone, и когда они уйдут, yeah, you don't feel like that anymore. Ты больше уже не будешь себя так чувствовать. Practical thinking. Практические мысли. Absolute peace. Они происходят, они сопровождаются абсолютным спокойствием. See? Вот видишь? All this is mind. Когда происходит это напряжение, зажатость, это значит, есть ум. Contraction. Это зажатость. Control. Когда хочется контролировать. No control, no contraction, only expansion. И когда не хочется изменить, не хочется контролировать, тогда сжатие, зажатие не происходит. Происходит только расширение. So if you have free time to do nothing, поэтому когда у тебя есть свободное время, ничем не заниматься, do exactly ничего не that. Делать, этим и занимайся. Absolutely nothing. Ничего не делай. Sit down. Сядь. Go for a walk. Или пойди на прогулку. The mind, you carry your mind with you. И твой ум, он отправится с тобой. I mean, you are not at the office. You're not with. You don't have any duty or responsibility. But still, you carry your ideas with yourself. Wherever you go, you carry that with you. Я имею в виду, что когда ты не занята работой или чем-то еще, да, и у тебя нечего делать, ты как раз этим и занимайся, ничего не делай. Но я тебе сразу говорю, что твой ум, он все равно с тобой отправится. Все твои концепции, идеи. And let the mind say whatever it wants. Так вот, пусть этот ум рассказывает тебе все, что хочет. Let the body move as it pleases. Пусть тело двигается куда ему угодно. And you will see how you are judging, criticizing. И ты начнешь замечать, видеть, как возникает какая-то критика, какие-то оценки, осуждения. And then you start see how the body reacts to it. И ты начнешь замечать реакцию в теле, когда вот такие мысли приходят.
And you are purifying your mind. Вот так ты и очищаешь свой ум. That's meditation. Это и есть медитация. To remain, to meditate upon the meditator. Созерцать того, кто созерцает. The attention is on the meditator. Когда все внимание на том, кто созерцает. Everything else can happen. Тогда может происходить что угодно. Тут я как раз такой тонкий момент заметила, не могу понять это как-то вот, но ощутила качественную разницу, когда оно действительно вот просто видение какое-то видящее, я не знаю, а когда вот какое-то другое качество видения, вот как будто два существуют. Извините, вот. Я не услышала, я ощутила или я не ощутила? Увидела вот разницу именно наблюдения, и теперь вот я не, как-то непонятно, какая-то тонкая, но есть разница. Вот когда оно случается, это само вот видение, но когда я сознательно как-то вот туда пытаюсь перевести внимание вот именно на видящего, то у меня такое ощущение, что как будто это ум наблюдает. Ну, качественная какой-то разница другая. You know, I have noticed that there is some this observation can be of two qualities, and one is really impersonal and easy, and then sometimes what I do, I really transfer my attention to the one who pays attention, but then it feels, it smells like it is the mind who does it. So how to discriminate and where is this, you know, point between really impersonal observation and when it does with when it's done with the mind. I wouldn't even call it impersonal. Вот это вот наблюдение, о котором идет речь, я бы даже не называла его безличностным. Because if it is impersonal, it still is personal. Потому что если оно безличностное, значит есть еще оттенок личности. Just observation. Это наблюдение, это просто наблюдение. Only attention. Только внимание. Because there is effort. Знаешь, как ты сможешь отличать? You are trying to observe. Если ты будешь замечать, когда ты будешь замечать в себе напряжение или попытку, вот, я наблюдаю. The body is your best friend. The body? The body is your best friend. Тело — это твой лучший друг. Because the body tells you what the mind is doing. Потому что именно тело тебе наглядно показывает, а чем занимается ум. The body is like your radar. То есть тело — это твой радар. And give you a warning sign. Bang, bang, и оно bang, будет bang. Посылать тебе эти сигналы тревоги. See, mind is there. Вот ум, появился ум. Да, как раз вот про эту тонкую вот в теле я заметила как раз разницу, yeah, что is, совершенно другое. This is exactly what I have noticed. It is something very subtle, and it's really it. It has something to do with the sensations in the body. As soon as you notice that, смотри, как только ты это замечаешь, goes away. Оно уходит. That simple. Вот так просто. Но оно так на доли секунды, потом опять, потом. But it happens for a split of second and then again. That's fine. Ничего страшного. That's the way it is. Ну вот так вот. Everybody struggles. Может, все. В течение дня даже вообще так занести, что только ночью вообще так вспомнится. Занести в смысле? Ну, вообще так вот закрутиться, закрутиться, и только ночью. Ну, потому что сна вообще ночью теперь нет. В смысле, в мысли закрутиться, да? Не, вообще так вот, ну, просто какие-то там... Ну, естественно, в мысли. А где же еще? Ну, в эмоциях, чувства, неважно, yeah, разные sometimes ситуации. Sometimes I'm caught into emotions, into thoughts for the whole day, and I'm all trapped into that, and it's spinning around. Как в мясорубке, так that's прокрутит, а потом чик. That's the way it is. Так происходит. Это имеет место быть. When you see that, но как только ты это замечаешь, you are no longer that. Ты уже не это. See? Ощущается как будто чувство вины. Ой, надо чаще вспоминать. But then the sensation comes. Then I have to remember that more often. Exactly. Правильно. Exactly. That's another trap. Это еще одна ловушка. If you notice that trap, you are out of the trap. То есть именно так и происходит. Но если ты это подметила,
еще и эта ловушка уходит. No problem. Ничего страшного. Don't supervise yourself. Не нужно так пристально наблюдать за самой собой. I did it again. Быть своим собственным супервайзером. I am not progressing. Никакого прогресса, никаких улучшений. I will never get enlightened. Никогда не просветлею. I got it, I lost it. Или вот оно было просветление и ушло. Do it again. Я еще раз это сделаю. Yeah, sounds familiar? Уже хочется забыть об этом просветлении. There is no spiritual evolution. И нет никакого духовного развития. Because the spirit doesn't evolve. Потому что дух не может развиваться. Or involved. Или деградировать, не развиваться. No spiritual evolution, only ego dissolution. Нет никакой эволюции. No, no. No evolution, disillusion. Could you repeat, please? No evolution. Нет никакой эволюции. Only disillusion. Есть только уход иллюзий. То есть эволюция, никакое развитие невозможно. Единственное, что возможно, это когда пропадает иллюзия. I want to make it longer. Хочу это продлить. I want to prolong it. Хочу, чтобы это было побольше. I want to be there permanently. Хочу быть там постоянно. I want to hold it. Хочу удержать это. All this is mind. Can you see that? А все это ум. Заметь. Can you see that this is also what you think you are in that moment? Обрати внимание, что в такие моменты ты думаешь, что ты вот это, вот эти все мысли. Хочу удержать. Хочу быть activity. Там всегда. Обрати внимание, что это всего лишь еще некие мысли. I call it identified thinking. Я такие мысли называю мысли, с которыми произошло отождествление. Everybody struggles. Все стараются, все пытаются. Everybody believes that goes in and out of awareness, in and out of awakening, in and out of peace. Все считают, что они в осознании, а потом, ой, уже не в осознании, что вот он, я там, а теперь опять не там. At the most, one can say that you go in and out of identity with what is happening. Самое большее, что можно все-таки сказать. В таком роде, что ты входишь в отождествление с происходящим, или что ты отождествляешься с происходящим, или разотождествляешься с происходящим. То есть ты в отождествлении или ты вне отождествления? Я так увидела, что больше скорее вот вера. Я верю в это. Вот, даже в отождествление. В мысли, like вера. За этим всем стоит вера. It's more about that I believe in that identification. Yeah. Вот как будто такое вот дали такую вакцину. Вот верь. That it's like I've been infused some vaccination. You must believe in. Don't believe in anything. Не нужно ни во что верить. What is there to believe in? А что, есть что-то, во что можно верить вообще? Is there two? Что есть двое? The believer. Верующий. And the believed. И то, во что можно верить. I don't need если to believe. Так. I don't need to believe in this moment. Если я не верю, тогда я вообще свобода вообще во всем. When I don't believe, there is freedom. There is just freedom. Yeah, exactly. Точно, так и That's есть. It. И все. How many times I said awakening is not for believers? Как сколько раз я уже повторял, что пробуждение, оно не для верующих. The believers go to the church. Верующие, они ходят в церковь. They join a spiritual organization. Они входят, посещают какие-то духовные организации. They join a political party. Или отправляются в какие-то политические партии. They join Greenpeace. Или присоединяются к движению Greenpeace. Because they believe. Почему? Потому что человек верит, that when this is done, что когда что-то будет сделано, then everything's gonna be okay. Тогда все остальное будет в порядке. See? When this one wins election, fantastic. Вот когда именно он выиграет
выборы, вот тогда все будет в порядке. When I die, как, или когда я умру, and I go to heaven, finally, in peace. Вот когда я попаду в рай, наконец-то я буду я успокоюсь. Mm-hmm. Я обрету покой наконец-то. Happy. Я буду счастливым наконец-то. See, when we save the whales, Greenpeace. Когда мы спасем котиков морских. Everything is gonna be just fine. Все будет в порядке. See? Future, then. Все это о будущем. О том, тогда. And on the way to happiness, everybody's miserable. И при этом все на пути к этому счастью несчастные. Have you seen this guy that tried to stop these boats that are killing whales? Вы никогда не видели этих ребят, которые пытаются преградить путь кораблям, к браконьерам, которые убивают морских котиков? It's a big ship. Это такой огромнейший корабль. In a tiny boat. А эти ребята, они на маленьких лодочках. And then you see these guys. Вот так вот. Are they in peace? Ну, сложно сказать, что они там спокойны в этот момент. How can they call it Greenpeace? И как можно это движение Greenpeace, то есть зеленый мир, называть мирным, если они не мирно этим занимаются, неспокойно? There's no peace there. То есть в этом зеленом мире нет никакого мира. If there is effort, there is no peace. Когда есть напряжение, тогда нет покоя. Pay attention. Yes, we have only 10 minutes. Just to give you, we're gonna have another 3 days or something, no? Ну, у нас осталось 10 минут. Тем не менее, еще 3 дня или сколько там есть впереди. You sit here. Вот смотри, ты здесь сидишь. Can you see that everything is already done? Заметь, ведь все и так делается, все. Everything is already happening. Все и так происходит. Breathing. Дыхание. Heart. Сердце. Beating. Бьется. Hair. Волосы. Growing. Растут. 100. According to the last time, as far as I remember, 100 trillion cells in this body moving. Сотни триллионов клеток, согласно последним данным, сотни триллионов, все эти клетки там двигаются. Which one of them is you? Which one of them is you? The white cells, the blood cells, the red cells? А кто ты вот из этих клеток? Там белые кровяные тельца, красные кровяные тельца. This body is a conglomeration of 100 trillion bodies. Кем ты являешься на самом деле? Там это тело, это совокупность миллионов всяких телец, клеток и так далее. 100 trillion cells, they put themselves together and appears as if it is one body. Там миллионы клеток, они собрались вместе и кажется, что это одно целое тело. Which one is you? А кто ты из этого? The worms. The parasites, the bacteria, which one is you? What is you? What is the you? What is the I? Вот эти паразиты там внутри, или бактерии, или клетки. Что из этого ты? Или вот это все тело, это ты? See the universe. Excuse me? See the universe. Посмотри на Вселенную. And compare it with the size of this body. И сравни размеры Вселенной с размерами этого тела. Tiny little piece of nothing. Это тело — это ничтожно малое ничто. I like to call this body animated cosmic dust. Мне нравится называть это тело такая оживленная, приведенная в движение космическая пылинка. A little grain of dust floating in the space of the infinite existence. Такая вот маленькая серенькая пылинка, которая так плывет в этом пространстве существования. You compare the size of the body with the sun, you won't even be able to see the body. Если ты сравнишь размеры тела с размером Солнца, ты даже не сможешь разглядеть тело. But then the identity with the body comes. Но тут появляется отождествление себя с телом. The me comes. И появляюсь я. Alexander the Great, whatever, whoever, doesn't really matter. Александр Великий, ну или кто там еще. And we believe this is so great. We even make statues, you know. И ты начинаешь верить, что вот ты такой настолько велик, что даже статую делаешь. Because my ego has to remain even if I am not there.
Потому что мое эго такое великое, что оно должно существовать даже тогда, когда меня уже не будет. Is it? Правда? Then you sit down. Так вот, сядь. And just pay attention to what is happening. И наблюдай, просто внимательно наблюдай за происходящим. Heart beating, hair growing, wind blowing, river flowing, sun shining, planets rotating around the sun. The whole thing is already happening. Как все происходит и так само по себе. Сердце бьется, волосы растут, реки текут, солнце светит, земля вертится вокруг своей оси. Any conscious effort from your side for it to happen, or it's just happening? И что, это все происходит само по себе, или ты прикладываешь какие-то сознательные усилия, чтобы что-то происходило? And you are making it happen. Но вместе с тем, именно ты заставляешь все это случаться. But you don't know how. Единственное, ты не знаешь как. Because you don't know anything. Почему? Потому что ты ничего не знаешь. Because you don't need knowledge. Потому что не нужны тебе знания. And yet knowledge comes from you. Но вместе с тем, все знания появляются из тебя. And it can be used by you. И ты же можешь использовать эти знания. Thought is knowledge. Мысль — это знание. They come from you, you, они so to speak. Появляются из тебя, ну, из тебя в кавычках. The question is you who? А вопрос — из тебя кого? Никого. All this came out of you. Все это by you. Произошло из тебя, благодаря тебе. For you. Для тебя же. Without any effort, intention, not even a desire, nothing. И за этим не стоит никакого намерения, никакого желания, никакого усилия. Просто так, раз и появилось. Leave it alone. Оставь его как есть. And everything will be just fine. Or you realize that everything is already just fine. И все будет в порядке, или же ты наконец-то поймешь, что все и так в порядке. This is your no practice. Это вот и есть твоя не практика. This is exactly what you are not going to do. Это вот и будет как раз то, что ты не будешь делать. It's moving automatically. Движется само по себе. Drinking, walking, going, working, whatever, jogging, yoga, resting, doing nothing, being lazy, it's just happening. Что бы ни случалось, оно будет случаться легко само по себе. Там пьешь воды, работаешь, или отдыхаешь, или ленишься, сидишь. Or not happening. Будет что-то случаться или не случаться. Скажи, пожалуйста, вот в прошлый раз ты сказал, вот я есть покой, а я вот вижу, что а за покоем что-то есть дальше. Покой — это как тоже, как ну, аромат или феномен, я не пойму. Last time you said that I am peace, but for me it's like there is something behind the peace, you know, that peace is still like a flavor, like something I can perceive. There's nothing behind peace. За покоем ничего нет. Такое ощущение, что там еще что-то. Still there is feeling like something else is behind. Who is experiencing that something else? А кто видит, что там что-то еще есть? Вот оно, кто оно ощущает? Вот оно и видит, и есть покой, но что-то оно that еще есть. Feels peace. Оно видит, что есть покой. That something is peace. Это что-то, это покой. Let's put it in this way. Смотри, сейчас так это расскажу. Imagine that I am addicted to meditation. Вот представь, что у меня прям так зависимость от медитации. Очень люблю медитировать. I am here. И вот я сижу. My eyes are closed. С закрытыми глазами. And then peace. Вот он, покой.
silence. Тишина. Emptiness. Whatever. Пустота. Ну, все. I still identify myself with a meditator. Но при этом все еще есть отождествление себя с медитирующим. And apparently the meditator is. Кажется, что есть некто, кто медитирует. Is experiencing peace. И вот тогда, когда как бы появляется покой, начинает казаться, что это медитирующий воспринимает покой. But it's exactly the other way around. А на самом деле все как раз наоборот. This is a so-called shift of consciousness. Это и есть переворот сознания, разворот сознания. Caesar. Цезарь. Is experiencing peace. То есть сначала Цезарь ощущает покой. But at some point. Но в какой-то момент. Вот так происходит. Oops. Ой. Peace. Is experiencing Caesar. Это покой ощущает Цезаря. Caesar is inseparable from peace. И при этом Цезарь не отделен от покоя. Caesar's behavior. И поведение Цезаря. Is completely under control of peace. Полностью и совершенно находится под контролем покоя. This body has no choice whatsoever. У этого тела нет никакого выбора. This body is not conscious. Это тело не осознает. This body doesn't even know that it exists. Это тело даже не знает, что оно существует. Consciousness is conscious of the body. Это сознание осознает тело. And is conscious of the mind. И ум. But the identity of consciousness with the body and the mind. Но когда присутствует отождествление сознания с умом и с телом. Gives the impression that this one is what is conscious here. Вот perceiving. Тогда создается отождествление, что вот этот некто здесь осознает или воспринимает. This body is an object. Это тело, это объект. Appears as if it is a subject. И вот тогда тело, объект, начинает казаться, что это некий субъект. And then suddenly you realize, no. И вот тогда вдруг раз и ты понимаешь. The body is an object. Тело это объект. I am the subject. А субъект это я. But then you realize that the subject. А еще потом ты вдруг понимаешь, что субъект. It is also an object. Тоже является объектом. Because it is an experience. Потому что это ты переживаешь, что есть некто, некий субъект. When you realize that the subject is also an object. И вот когда приходит понимание, что субъект также является объектом. It disappears. Субъект исчезает. What is left is what? А что остается? Neither subject, nor object, nor this, nor that, nor anything. Ни субъекта, ни объекта, ничего. There is no you there. Никакого тебя. Нигде. You will never find yourself. Ты никогда себя не найдешь. It's impossible. Потому что это невозможно. It's impossible to find yourself because there is no you that you can possibly find. Невозможно найти себя, потому что нет никакого тебя. What you will find is that you will find that you find nothing. Все, что ты обнаружишь, это то, что ты обнаружишь, что ничего нет и никого нет. I was watching a video of a, it's a, let's call it teacher. I like him very much. Я смотрела однажды видео, ну таких людей называют учителями, ну вот, короче, видео одного учителя. First, you look for yourself in the world. И там говорится, сначала ты ищешь себя в мире. You don't find yourself there. И не находишь. Then you find, look for yourself in the mind, and you don't find yourself there. Затем ты ищешь себя в уме и не находишь. And then you look for yourself in the emptiness. You don't find yourself there neither. А вот потом начинаешь искать себя в пустоте, ищешь, ищешь и тоже не находишь. And then you look for yourself in the awareness, and you don't find yourself there neither. А затем в сознании пытаешься найти себя и тоже не находишь. Then you don't find yourself anywhere. Короче, нигде себя не находишь. When you don't find yourself, и когда ты себя нигде не находишь, and you go back to the pub and carry on drinking. Ты возвращаешься в свой бар и продолжаешь пить. Means when you find that there is no you.
Что имеется в виду? Когда ты понимаешь, что нет тебя. Then life goes on as it was before. Это вообще-то была история, которую рассказал какой-то учитель по видео. И что, о чем идет речь? Что когда ты понимаешь, что нет никакого тебя отдельного, жизнь просто продолжается такой, какая была до этих поисков. You go to the Himalayas to find yourself. You don't find anybody there. Например, когда ты отправляешься в Гималаи в поисках себя, приезжаешь туда и никого там не находишь. Then you take your train back home and then you carry on doing what you were doing before. Что ты делаешь? Садишься обратно в самолет, возвращаешься домой и занимаешься тем, чем занимался до этого. In peace. Но спокойно. That's the only thing. Вот разница будет только в этом. I am still dressing as when I was 15. Смотри, я все так же одеваюсь так, как когда мне было 15 лет. It hasn't changed. Ничего не изменилось. The conditioning is there. It has to be there. То есть некая доля обусловленности, она остается, она должна иметь место быть. Actually, all there is conditioning. На самом деле все, что есть, это обусловленность, это некие условности. Biological conditioning. Допустим, есть биологическая обусловленность. His body is conditioned to act and react in a particular program. То есть есть некоторые условия, по которым функционирует это тело, некие программы. Это нормально. Technical conditioning. Есть некие технические условия, технические правила. The way I brush my teeth, the way I cook, the way I clean the house, the way whatever. That's technique, no? Или практически, то есть то, как чистить зубы, как убираться в доме и так далее. That's also okay. Тоже нормально. Knowledge, whatever, that's fine. Есть разные знания. Now talking about emotional conditioning. Здесь, когда говорится обусловленность, имеется в виду эмоциональная обусловленность. This one goes away. Вот такая обусловленность уходит в конце концов. I also wanted to be more spiritual. Знаешь, я тоже хотел в какое-то время быть более духовным. More enlightened. И более просветленным. Meditate for longer hours. И хотел медитировать еще дольше. And I sat on the floor like a frog. И сидел на полу, как лягушка. And my body became completely went to a state of dystrophy. И в итоге мое тело чуть не вообще не атрофировалось полностью. Так долго сидел. Now I have to fix it. И теперь мне приходится иметь с этим делом и приводить в порядок свое тело. See? And then one day I carry my bag and... То есть в какой-то момент я даже не смог поднять тяжелый чемодан. Поднял и сразу. Another vertebra, see? And then here. At some point I was like this, I couldn't even move. То есть физическое состояние тела у меня до такого дошло, что как бы уже ничего не мог поднимать, и там все перекорежилось. Двигаться даже нормально не мог. And my leather sandals and my shawl and my all this is an idea. See? И все это у меня тоже было. Моя шаль, мои кожаные сандалии, но все это всего лишь идеи. Awakening is an ordinary human existence experience in absolute peace. Пробуждение — это нечто очень обычное, очень повседневное. Это о том, чтобы спокойно проживать повседневную жизнь, такой, какая она есть. Having these amazing limited experiences. И проживать вот эти самые ограниченные опыты. Because this experience has to be limited, so you can experience another one, so you don't get bored. Почему ограниченные? Потому что любой опыт он заканчивается, но должны быть какие-то границы, чтобы один опыт уходил и мог приходить другой опыт, чтобы они сменяли друг друга, и тебе не было скучно. That's all. И все. Понимаешь? This is it. И все.
Это об этом. We can say something. You can say something. I think until 9, no? Yeah, so we have to go, no? Right. Okay, tomorrow, same time? Сегодня в то же время. Same place? Завтра. Same channel? Завтра в то же время, в том же месте, потому что...